Третий день немецких сборов нашей команды начался с утренней тренировки. Ранее мы рассказывали вам о том, что Рубин в Германии будет тренироваться сразу на двух стадионах. И сегодня мы находимся на второй площадке по счету. Это тренировочная база спортивной школы города Лейпциг. Помимо футбола, здесь занимаются хоккеем на траве и теннисом. Поэтому условия для тренировок здесь на высоком уровне, поле в хорошем состоянии, и погода сегодня решила обойтись без сюрпризов. Ну а что еще надо для хорошей предыгровой тренировки? Итак, раз, два, три. Три касания сделай. Все.